легализуйте! Скажите, нахуй, это 80%! У тебя есть возможность! Где, нахуй, 20%? Где? На 97! Голосовал за Лукашенко! За Лукашенко! Кто голосовал за Светлану Тихановскую? Смотрите, то, что вы голосовали, я верю, что вы голосовали за того человека, за которого вы говорите. У меня нет невозможности вам не верить. Но вы считаете, что точно так же проголосовала вся страна? Да! Кто голосовал за Тихановскую? Встаем! Встаем! Никто не стесняйтесь. Сейчас поднять руку. За Леонидовича Лукашенко. Показывайте, поднимайте руки, не стесняйтесь. Никто не ущемляет ничего. А кто проголосовал за Тихановскую? Вот, вот вам ответ на ту процентность президентства, так? Так, вот вам правда, истинная правда, против которой народ восстал честно. Люди, кто голосовал за Тихановскую? Я! Сколько процентов, извините? 10%. Кто за Лукашенко? Хочу поднять руки всех, кто проголосовал против Лукашенко. Не важно, за кого. Привезите одно требование. Одно. Кто за Тихановскую?